Всем привет-привет! Всем доброго дня, прекрасного настроения, крепкого, здорового иммунитета вместе с продукцией Вивасан. Итак, вы о ней услышали, вам захотелось ее приобретать, вы еще не зарегистрированы в компании Вивасан, и вам необходимо это сделать. Итак, заходим в интернет. Набираем в поисковом окне адрес компании Vivasan, vivasanin.com, входим на сайт, нажимаем на кнопочку «Войти» в правом верхнем углу, затем нажимаем на кнопку «Я здесь впервые» и создаем учетную запись. Записываем с вами свои фамилию, имя, отчество, Иванов, Иванов, страна, находим Россию, Русью. Вбиваем свой город. Москва. Да. Забиваем свой адрес. Так, улица. Например. Свой почтовый индекс. Можете любой даже вбить, если честно говоря. Здесь. И телефон свой. Вот это самое главное. Телефон и электронная почта. Если я сейчас вобью несуществующий телефон, несуществующую почту, то он меня, опять-таки, не пропустит дальше. Но просто дальше, на следующей странице, вам будет дано указание заполнить электронную почту и номер порекомендовавшего вам компанию Vivasan. Если вы знаете номер этого человека и его почту, то вы все это вбиваете, потом подтверждаете, и у вас выскакивает запись, вы успешно зарегистрированы. Вам на почту приходит номер, которым вы в дальнейшем можете пользоваться при заказе товара. Хочу сказать следующее, что если вы регистрируетесь в интернет в компании Vivasan, можете не сразу покупать 5 наименований, которые необходимо приобрести при регистрации. У вас впереди еще целый месяц, в течение которого вы можете купить единовременно эти 5 наименований на любую сумму. Вы можете регистрировать и по телефону. Это делается мгновенно. Мы это делаем очень часто. То есть вы знаете, да, что можно через телефон точно так же выйти на сайт, точно так же войти в свой интернет-магазин, вот, и создать учетную запись свою или неважно какого человека. Все, спасибо. Будут вопросы, задавайте. Вопросы есть. Какие? Вопрос первый. Вот все люди, которые привыкли регистрироваться офлайн, они понимают, да, что если я прихожу на склад и хочу зарегистрироваться, мне нужно сразу купить 5 продуктов. Да, на сайте интернет-магазина, который и регистрирует и в интернет-магазин, и в компанию, я регистрируюсь абсолютно бесплатно, и в течение месяца, да, я могу, проконсультировавшись с человеком, который меня пригласил, подобрать вот эти 5 продуктов и единовременно их купить. Я правильно же понял, да? Совершенно правильно, да. Вот. И пока я не куплю эти 5 продуктов, я еще как бы не являюсь. Я зарегистрировался в компании, но я еще не активировал свой номер. Да, совершенно правильно. Да. То есть вы не имеете права покупать еще по дистрибьюторским ценам, они у вас просто не выскочат там. Просто прошел, бесплатно зарегистрировался, и месяц у меня на раскачку, на обдумывание, на консультации, и потом я формирую единовременный заказ из 5 продуктов, заказываю его, получаю и становлюсь уже полноценным членом компании с подтвержденным номером, со скидками, с кэшбэком и так далее. Да? Совершенно правильно. Да, совершенно. Ну, все очень быстро, все очень просто, да, и не надо никуда ходить. Нет. Вы даже можете зарегистрироваться через интернет, через сайт, да, а прийти на Воронежский склад и, например, купить там продукцию. На этом. Да, то есть произойдет переподкрепление, сотрудник склада свяжется с Москвой и переподкрепит вас, зарегистрировавшись на сайте, перекрепит его к нашему, например, Воронежскому складу. Для того, чтобы все скидки, бонусы получать именно на складе. Правильно? Да, правильно.